При выполнении специальных полетов на вертолетах, сопряженных с повышенным риском, перед покиданием экипажем вертолета в аварийной обстановке необходимо отделить лопасти несущего винта. В противном случае летчик, покинув вертолет, может попасть во вращающийся несущий винт. В 1958 году в летно-исследовательском институте на вертолете Ми-4 проводились летные испытания системы аварийного отделения лопастей несущего винта, разработанной в конструкторском бюро главного конструктора Миля совместно с НИИ-6 и заводом 81. Система устроена следующим образом. Между втулкой и лопастями несущего винта установлены промежуточные силовые звенья. Внутри звена помещен взрывной заряд направленного действия, имеющий форму диска. При подрыве заряда электрозапалами стенки силового звена перерезаются и лопасть отделяется. В 1956 году в летно-исследовательском институте были проведены предварительные наземные испытания системы на стенде, а также на вращающемся винте вертолета Ми-4. Для проведения летных испытаний вертолет Ми-4 был оборудован специальными установками. Автопилот для обеспечения безопасного полета при эксперименте. Манекен с механизмом выталкивания для проверки возможности покидания вертолета после отстрела. Телеметрическая самопишущая аппаратура в спасаемом контейнере. Программные механизмы для автоматического включения опытных систем. Эксперименту с отстрелом лопастей предшествовали летные испытания всего комплекса централизованного сброса. Летные испытания проводил летчик-испытатель летно-исследовательского института Горнаев. На заданной высоте 1800 метров и скорости полета 130 км в час в намеченной точке полигона летчик включил аппаратуру и покинул вертолет. Дальнейший полет по маршруту вертолет выполнял без летчика, управляемый автоматами. Для наземных измерительных постов непосредственно перед отстрелом лопастей с вертолета был подан сигнал ракетами. Затем произошел подрыв зарядов, и лопасти синхронно отделились от вертолета. После отстрела лопастей вертолет перешел в свободное падение. Проследим еще раз за ходом эксперимента, снятого с другого поста. Синхронное отделение лопастей необходимо для предохранения вертолета от разрушения. Специальные щитки защищают экипаж от осколков. Через 4 секунды после отстрела лопастей из вертолета был вытолкнут манекен, который без каких-либо повреждений приземлился на парашюте. На высоте 1000 метров был катапультирован контейнер с записывающей аппаратурой.